Уснувший за рулем водитель протаранил маршрутное такси, в результате чего пострадал он сам, пассажиры и кондуктор. ДТП произошло на улице Красных Зорь. Водитель БМВ вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Прямо лоб ко мне. Вот я на этом полосе ездил. Вот так ездил. А он сразу свое направление поменял, я не успел ничего. Все, прямо ударил, вот видите результат. Он за рулем уснул, за рулем спал. После тяжелой работы, не знаю. Кондуктор вылетел через окно лобовой пазика. Девушка видел, голова была немножко разбита. Парни нос. С аварии, да? Я сидела на переднем сиденье маршрутки, и резкий удар в лоб, то есть лобовое столкновение, и я улетела, стукнулась, в общем, где кондуктор билеты лежат, в общем, пластик и головой вот. Есть перелом бедра в автобусе, у водителя БМВ, да, тоже что-то с ногами. Ноги зажало, сейчас сотрудники МЧС как бы его извлекли оттуда. Машина у вас есть, смотрите, да, сейчас ее тащим в сторону. Кому он в шоковом состоянии, пояснить ничего не может. Водитель, это хорошо, это как его, живой остался. Если бы была попроще машинка, не знаю, что бы было. Что касается пострадавших пассажиров автобуса, то, к счастью, их жизни ничего не угрожает.